Второй год подряд отделение реанимации интенсивной терапии новорожденных закупает на средства ГЭС пульсовые оксиметры – аппараты для постоянного наблюдения за состоянием малышей. В 2016-м Росгидро подарила один такой прибор, в 2017-м – еще два. В этом году мы получили новый пульсоксиметр, который в качестве спонсорской помощи предоставил нам Росгидро. Для чего это оборудование необходимо? Оно помогает нам в диагностике насыщения кислородом крови маленьких наших пациентов. Оно помогает нам оценить степень наполнения капилляров и тем самым посмотреть, насколько хорошо и правильно работает сердце. Еще один высоко востребованный в перинатальном центре прибор – фотометрический анализатор гипербилируминии. Также второй год подряд по просьбе врачей дарит Чебоксарская ГЭС. Аппарат позволяет определить уровень билирубина без внутривенного взятия крови, болезненного для младенцев и психологически тяжелого для их мам. Новый прибор экономически эффективен. Он позволил перинатальному центру снизить расходы на проведение анализов на 80%. Также 11-й год подряд гидроэнергетики поздравляют всех новочебоксарских малышей, появившихся на свет 26 декабря, в день рождения Росгидро. Мы очень рады, что в нашем городе проходит эта акция «Рожденной энергии». Мы ежегодно поздравляем всех и желаем также и вам в наступающем новом году счастья вашей семье, а вашим детям здоровья, расти в добре, в любви и в мире. Ежегодно Чебоксарская ГЭС выделяет 50 тысяч рублей, которые поровну достаются новорожденным. На эту сумму их родители могут выбрать необходимые товары в специализированном магазине для самых маленьких. 26 декабря в Новочебоксарске родилось 5 девочек и 3 мальчика. Их мамам вручили сертификаты на 6250 рублей. Всего за 11 лет акции «Рожденной энергии» 26 декабря в городе родилось 80 детей. И все они в начале жизненного пути получили поддержку от Чебоксарской ГЭС. Очень приятно, что в нашем городе есть такие организации, которые поздравляют в Новый год и не забывают о своих жителях. Большое, огромное спасибо. Также хочется поблагодарить весь персонал Новочебоксарского перинатального центра за то, что они такие молодцы, они нам помогают. И спасибо большое. По счастливой случайности получилось так, что я родилась здесь, в Новочебоксарске, должна была в Московской области. Спасибо медикам, что помогли, все, я хорошо родила, у меня все хорошо, ребенок здоров вроде бы. Все хорошо и всех с наступающим. По доброй традиции не остался без подарков и постоянный помощник Чебоксарской ГЭС в проведении акции «Рожденной энергии» Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Его воспитанникам гидростанция передала мягких собачек – символ наступающего Нового года. Всего в 2017 году Чебоксарская ГЭС выделила на благотворительные цели 2,5 миллиона рублей. Елена Фирсова, Павел Андреев, новости Новочебоксарска.